Всем привет! Сегодня продолжаем добавлять новые видео по нашему последнему обновлению. И хотели бы показать вот такую вот магнитолку. MM316. Немножко состояние у нее не совсем потребное, но для теста достаточно и этого. В общем, просит пароль. Пароля мы не знаем. Необходимо разобрать. Верхнюю крышку снять, CD-привод, как обычно, и вот EMMC, с которой мы будем работать. Запускаем софт, запускаем опцию, выбираем необходимую и смотрим подключение. Так, имидж здесь также находится, если есть необходимость замена софта в магнитоле, можно скачать имидж и сделать запись. Ну, в данном случае для разблокировки это не нужно делать. Значит, делаем подключение по тому, что указано на картинке. Выключаем. Значит, убираем сопротивление. Если я уже говорил, возникают у кого-то проблемы с тем, что сопротивление могут потерять. Ну, это и у меня часто происходит, поэтому я для этих целей запасся резервом. И, в общем-то, по этому поводу не переживаю. Сопротивление 20 Ом. Я купил 100 штук с запасом. И если потеряю вдруг, то просто меняю, даже не ищу. Так, подпаиваем наш девайс. Подключаем. В соответствии с распиновкой. В общем-то, несложно, все это делается быстро, в отличие от страды. Там необходимо снимать радиатор, не радиатор, а экран, под ним находится микросхема EMMC. Здесь все проще и быстро. Так, значит, подключились. Нажимаем Connect, происходит Connect OK, и нам предлагается Read Write и Race Unlock. В данном случае нажимаем Race Unlock. Нам не нужно читать, писать ее, нет необходимости, нам нужно только снять пароль. Operation Complete. Отпаиваемся. И ставим сопротивление на место. Ставим сопротивление на место. В общем, сопротивление под рукой. Если уж потеряли, то просто заменили. И второе. Так, в принципе, если мы подпаялись, все хорошо, магнитола должна запуститься. Если экран заребит, значит, где-то сопротивление вы подпаяли неправильно. Вот как в данном случае. Значит, тогда мы пропаяем лучше сопротивление, чтобы у нас был хороший контакт.
И... повторно проверяем, чтобы все у нас работало. Все, пароль не запрашивается, радио работает, все меню работают.